знаешь, давай посмотрим на Аюми Хейла. Мы смотрели это? Вроде нет, да? Не знаю. Вроде показывает, что нет. Давайте посмотрим. Аюми Хейла. Супер восточная тема началась. Мне нравится. Охренеть. Красиво. У нее лицо такое, как будто отфотошопили. У них у всех такое лицо. Так чутко, да? Угу. Клип не плохо снят, да. Все в одном месте, но... Мне кажется, каждый, кто смотрит этот клип, надеется на ошибку одного из танцоров, нет? Но, судя по всему, там вообще все было ошибочно. В общем, я даже уже не на солистов смотрю. Не на солистов. Охрененно. Все. Это вообще симпатично. Я думала, начнется вообще движуха. Но куда-то начнется больше. А они наоборот сделали более спокойно. Ну как? Мне понравилось. Мне понравился еще этот танец, знаешь, такие народные, да? Какие народные? Как его, казахские народные танцы, чуть какие-то элементы были. Точнее, не народные, а восточные танцы были, движения из восточных танцев и R&B, там хип-хоп вместе где-то. Да? Ну, то есть, допустим, если... Ну, там американские взять группу, у них нет таких движений. Не, они просто все плавно двигались. Вот это было явное отличие. Допустим, если все танцуют сейчас резко, ну, понятное дело, это тоже красиво, но у них прям под музыку, и они все двигались очень плавно, и это прям завораживало. То есть это, короче, гипноз. Да, нас просто загипнотизировали своими волнами. Но... Мне понравилось. Вот я хочу посмотреть на клип, который мне не понравился. Ну,
Может быть, когда-то он будет. Пришлите, пожалуйста, один клип, который нам не понравится. Ну ладно. Сегодня все. Собака спит. Собака спит. Всем пока.